Фигурным катанием Ксения Юшкова занимается уже 8 лет. В этот спорт ее привела мама, когда девочке было 4 года. Ежедневные тренировки дают хорошие результаты, ведь там нужно выкладываться по полной, чтобы успешно выступать на соревнованиях. Так случилось и в субботу. Ксения стала чемпионкой Вологодской области. Результатом довольна, но могла бы выступить и лучше, признается юная девушка. К этим соревнованиям я готовилась достаточно долго. Мы сначала занимались у нас в Вологде в Ледовом. Очень упорно. Потом приехали сюда, в Великий Устюг, этот замечательный ледовый, тренировались тут. Получилось все, но получилось с некоторыми, ну, так скажем, косячками. Могло выйти еще лучше. Во второй день соревнований на Марас-арене собралось очень много зрителей и любителей фигурного катания. На трибунах практически не было свободных мест. Люди наблюдали за выступлениями юных фигуристов даже у бортов. Очень понравилось то, что в нашем городе проводятся соревнования по фигурному катанию. Мне кажется, это очень знаменательное событие для нашего города, для устюжан. И хотелось бы, чтобы больше детей занималось. Все очень красиво, интересно, красочно, здорово. Соревнования у нас бывают часто. Очень приятно было, что полный зал. Наши, конечно, дети не привыкли к такой аудитории, поэтому были спортсмены, которые немножко разволновались под конец. Вот, было это очень приятно, что столько народу собралось посмотреть на наших детей. Само выступление спортсменам понравилось. И победила моя племянница Ксения Юшкова. Великий Устюг впервые принимал областные соревнования фигуристов. В ближайшее время на Марас-арене будут проводить и более масштабные соревнования не только по фигурному катанию, но и по хоккею. Мы в начале марта проведем здесь два хоккейных турнира. Один из них – это всероссийские соревнования, областной этап «Золотой шайбы» 2006-2007 год рождения. Мы проведем здесь всероссийский турнир по хоккею на призы олимпийских чемпионов 3-5 и 10-12 уже межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках, куда будем приглашать спортсменов из других регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. После соревнований состоялась церемония награждения. Чемпионами области стали кандидаты в мастера спорта Ксения Юшкова и Гавриил Коковкин. Также наградили победители первенства области среди фигуристов второго разряда и перворазрядников. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.